Когда родилась Маша, чем эта новость для вас стала, когда вы узнали ее диагноз, что у нее синдром Дауна? Это потеря мечты о, не знаю, каком-то своем вот идеальном будущем. Это было тяжело, невероятно тяжело. Это все нам нужно для возрастания. Сейчас мы можем точно оглянуться назад и сказать, что мы бы это не применяли ни на что. Что вам помогло наладить все-таки жизнь семьи и, ну, войти в какую-то колею? Врачами, которые нам говорили, не будет говорить, никогда не будет в школе учиться, не будет читать, не будет писать. Всегда мы ее выносили в общество. Она была в церкви, она была в театрах. Как ты относишься к своему ребенку, так же к нему относятся люди. Как вот такая мама, да, может избавиться вот от чувства какой-то неполноценности? Я, Машка, не хотела ходить до 6 лет. Мне приходилось до 6 лет ее таскать на руках. Постепенно мы поняли, что здесь только позитивными эмоциями. Нужно было все время переступать через себя, через свою гордость. Мы очень сильно поменялись с мужем. Как сейчас она себя чувствует и что она может? Она счастливая и уверенная в себе. Продолжаю учиться любить, ну, безусловно, и проявлять свою любовь. Девочки, важно дать себе время. Я страдала ужасно, я плакала с утра до вечера. Ну, а как я могла по-другому? Придет время, и вы так же, как и я, скажете: я благодарна за этот дар.